Самая массовая молодежная организация нашей страны сегодня означает день рождения. Вот уже 17 годов БРСМ дает возможность молодым белорусам проявить себя у творческих, науковых и волонтерских проектах. Активисты ведут за собой остатних у достижений важных метов. Про то, что их объединяет, материал Ганны Каральчук. Эта аббревиатура с четырех литр уже давно не потребует расшифровки. Пераемником Самола только в Гомельской области наличивая около 60 тысяч хлопцев и девчат. Самым юным удельником может быть 14 годов. Главное быть активным и неравнодушным. Так, одним из важных направлений работы БРСМ стал волонтерский рух. Доброе сердце объединяет все больше чулых людей, тех, кто хочет помогать другим. Они клопотятся про пенсионеров, ветеранов, сирот и организуют доброчинные акции «Все фарбы життя» для тебе, в школу с добрым сердцем и обновление святыни в Беларуси. Мы ходили к бабушкам, помогали им убираться, готовить и дарили им подарки. А еще мы были недавно на восходе. Мы там, получается, давали детям рюкзаки. Вот. Школа с добрым сердцем. Мне нравится помогать людям, потому что это добро, это отношение к людям так, чтобы относились к тебе. Штогод подчас летних каникул БРСМ працаўладковывает тысячи студентов и школьников. Яны работают у сельскохосподарчих, сервисных, экологичных, медицинских и будовничих отрядах. Активисты ездят на заробки у Туапсе, Сочи и Московскую область. Працуют на буйных предприемствах и будовництве социально значных объектов. И, вядома ж, допомагают подчас жнива. В прошлом году мне предложили вступить в этот отряд, поработать в трудовом лагере. И я с удовольствием решила пойти, потому что летом особо дома делать нечего было. Решила и помочь нашей деревне, и просто, чтобы провести с пользой время. Работала на складе у нас в деревне. Мы убирали зерно, подготавливали какие-нибудь склады, убирали, фасовали все это зерно, ну, помогали в уборке. Творчие проекты БРСМ «Зимовая веселка», «Королева весна», «Студент года», «Ауталия», леди уладар села допомагают раскрыть молодые таленты и заявить про себе. А конкурс «100 идей для Беларуси» стал добрым стартом у реализации десятков проектов. Разумный дом, электронный фликер для велосипедистов, фермерская распрацовка хутор Мёбиуса, гэты и иншие креативные корыстные идеи выноходники и молодые навуковцы презентовали в минулом годе перед экспертным жюри. За свою деятельность гомельские активисты неодноразово отримливали признание на уровне республики. В этом году Гомельский областной комитет был признан лучшим по волонтерской деятельности в рамках проекта «Доброе сердце». Из 15 номинаций в 8 мы заняли первые места. Также проект «100 идей для Беларуси», два наших парня, они заняли призовые места на республиканском этапе. Несмотря на все наши достижения и результаты, конечно же, у нашей организации огромнейший потенциал, который мы будем стараться использовать по максимуму. До своего дня нараджения Союз молоді подрыхтовал амаль сотню святочных мероприемств, которые на протягу тыдня проходили во всех районах в области. Их завершальным аккордом стала встреча у Добрыши. Открытый диалог присвятили здоровому ладу життя. Запрошенные спортсмены делились секретами поспеху с молодью, а те, в свою чергу, выказывали пропановы по поляпшению спортивной инфраструктуры представникам улады. Наприкінці встречи наиболее активные юнаки и девчата отримали дипломы за удел у волонтерских и громадско-культурных проектах БРСМ. Ганна Каральчук, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель» з Добруша.